Hijo mío. ¡Nya! ¡Nya! ¡Ay! ¡Nya! ¡Ay! 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 ¡Dorca! ¡Sorca! ¡Porca o dorca! ¡Toñari no antamo! ¡Dorca! ¡Sorca! ¡Porca o dorca! ¡Toku ni odotteru ka! А сейчас я покажу вам то, что я купила в этом магазине. И, пожалуй, начну с этого вот пакетика. Здесь я купила вот такой вот коврик для мышки. Вот, вот такой вот коврик для мышки. Я хотела большой коврик, чтобы было удобно. И вот, пожалуйста. Сейчас. Вот такой вот хорошего качества коврик, даже очень хорошего качества. И у меня такая же кружка. Супер! Помните, я купила на Жаре кружечку с таким же рисунком? Правда, тут персонажи влезло как-то больше, потому что, например, вот персонаж влез, и вот это влез. Можно со своей кружечки сидеть за компьютером, попивать чаечек. Так, ну, я его пока что сложу вот сюда. Вот такой вот мне пакетик дали. Вот. Приступаем к следующему пакетику. Я купила вот такой вот набор наклеек. Такие вот наклейки из аниме. Сейчас помню. Горничная госпожи Кабаяши. Вот. Вот, так, вот такой вот. И, понятное дело, помятые и немного перевернутые какие-то. Вот из Undertale. Вот. Ну, тут тоже. Такие вот прекрасные наклейки. Также я купила два блокнотика для рисования, так как я очень люблю рисовать. Вот один вот, вот такой вот блокнотик, тоже из Undertale, и вот такой вот. Нет. Бумагу покажи. Бумаги хорошее качество, хорошо будет рисовать на нем, листы белоснежно-белые и просто хорошего и просто прекрасного качества. И я купила вот такой вот комикс. Этот комикс про, опять же, про Джокера и Бэтмена, как вы поняли, хорошего качества, очень четкий. Ну, и я надеюсь, что будет он интересный. Там было очень много книг, поэтому каждый найдет себе то, что ему интересно. И я купила вот такие вот кошки. Мягкие, очень мягкие. И они получаются такие, как какие-то заколочки. И получается, их можно одеть себе на голову. Я их криво, наверное, сейчас одену. Сейчас. Вот, я нормальный. Даже без обруча, вот так вот. Ничего не жмет, все. Фурфур с Иваном и Ульяном. А теперь переходим к вкусняшкам. И, пожалуй, начну я с напитков. О, воды. Я купила вот такую вот колу с ванилью. Фанту с голубикой. И вот такую колу я ее попробую прямо сейчас. Я начну с кока-колы со вкусом ванили. Ботинки лучше убрать. Вообще супер. О, господи. Ой, господи. Уже чувствуется просто жесткий запах ванили.
Ну что ж. Это как Кока-Кола, только со вкусом ванили. Ну, как обычно. Ну, прям будто колу, и туда просто налили немного сиропа ванили. Прям чувствуется. Я думала, там будет немного, типа, привкуса. Но тут прям чувствуется эта ваниль. Следующая фанта с голубичкой. Ну, а эту колу мы уже оставим на самый последок. Так. Газик. Она голубая. Красиво. Ну что ж, попробуем. Вкусно, но, конечно, прям так много, как обычная фанта. У нас она такая газированная, а тут какая-то больше сладкая. Прям вообще жестко сладкая. Ну, понятное дело, тут и голубика, и малина. Можно один раз попробовать, но второй раз я бы не купила, потому что, ну, уж слишком сладкий, но на любителя вкусненько. Хотя, может быть, второй раз купила. Да, куплю еще раз. Посмотрим, какая она. Смотрите, какая она прям голубая. Завораживает, такой красивый. А кола? Кола — это кола. И самое главное, кола — новинка колы. Что будет? Интересненько. Пахнет колой пока что. А сейчас оказывается то, что это обычная кола. Ну что ж. Обычная кола. Вообще ничем не отличается от колы настоящей. Просто другая кола, но немного больше газированная. Ну, аж не глотать не могу, аж. Ох, жесть! Ну, тут 45% сахара. Стевия. Ну, короче. Жесть. Обычная, обунёченькая, щёченькая кола. Аж подавилась. Ну, а теперь самое главное. Вот так вот. Конфетки. Вкусняшки. Давайте посмотрим, что же мы тут купили. Это лапша с пельмешками, которые мы с вами будем готовить завтра, и с разными яичками, и приправами. В общем, это такой набор, то, что из порошка, который там насыпан, ты его, получается, запекаешь, ну, как бы... Ну, в общем, завтра увидите. Такой наборчик я сделаю обзорчик. Еще я сделаю обзорчик на пиццу. И на бургеры. Но это все будет завтра. А сегодня мы с вами попробуем остальные вкусняшки. И первое, что я хочу попробовать, это вот такая вот картошечка, сладкая картошечка. Мне сказали, что она очень вкусная, и давайте проверим это. Ну что ж, попробуем. Картошечка. Сладкая картошечка. Достаточно вкусно. Но я бы такое не съела. С этой картошечкой понятно, как она выглядит. Следующий у нас это китка. Там
Я попробую несколько видов кит-ката. Да, их несколько. В общем, вот такие вот тут у меня кит-каты. Ну что ж, беру ножнички. Так красиво просто раскрывать их. Вот. Вот такой вот расплавляющийся кит-кат. Попробуем. Я не знаю, что это, но это очень вкусно. Это мне на чаёчек на вечер. Следующий, это такой вот какой-то розовый кит-кат. И, ну, как по-обычному, я думаю, то, что это со вкусом клубники. Господи. Оу. Пока мы снимали тут видео, начало уже все тут расплавилось. Это клубника с малиной. Или вообще малина. Но вкусно. Тут даже есть маленькие такие розовые точечки. И они такие прям кислые вообще. Вкусно? Это тоже к чаёчку. Дальше. Это вот такой вот кит-кат с тыквой. Тут даже видно с тыквой. И тоже сказали то, что он вкусный. Цена, кстати, цена 25 гривен. О, вот так вот. Оно даже уже прям аромат такой какой-то вкусный. Я просто не понимаю какой-то. Я не понимаю какой-то вкус, а тыква это как-то не очень смахивает, это просто на какой-то шоколад такой. Ну, с привкусом каким-то специфическим. Что вкусно. Следующий у нас японский Japanese sake. Sake это водка. Посмотрим, правда ли это то, что это японская водка со вкусом. О, да, это водка. О, пахнет жестко. Мне точно это нужно пробовать? Это водка, даже уже чувствуется, я не ошиблась. Аж нос болит от этого запаха. Мне это можно вообще есть? Принюхалась, так вроде ничего. Пахнет так. Но я не знаю, стоит ли. Я совсем маленький кусочек попробую. Так как все-таки ж купила эти вкусняшки, то нужно попробовать. Я не думаю, то, что если бы это действительно сок с водкой, мне бы, наверное, его и не продали. Нет, спасибо. Вообще вкус ужасный. Какого-то вкуса прям вообще такой аж ударяет на язык. Я его сначала попробовала, ничего не поняла, потом уже распробовала, и он такой. Мы переходим к следующему кит-кату. Он такой как бы черный. Тут ничего не написано ни на английском. Разве что все на японском. И у меня такое подозрение, то, что это или какой-то шоколад, там черный шоколад, например. Или это то же самое, какой-то, например, черный чай, к примеру. Трюфелем пахнет, но я его не люблю. Это все ради вас, подписчики. Я пробую этот кит-кат. На удивление, да, это трюфель, но на удивление я хоть его вообще не люблю. Это вкусно очень. И тоже пойдет под чаёчек. Которые по всему Ютубу очень много как их пробуют. Ну, как бы он такой популярный. И я очень все время хотела его попробовать. Все говорят, то, что он вкусный. Ну, в общем, и сегодня этот день настал. Ну, как на мой взгляд, это не то, что можно его прям каждый день его есть, вот так прям вообще прям аж давиться. То, что потому что это такое, разве что тоже для любителей прям такого крепкого зеленого чая, потому что тут аж очень сильно, ну, он
как бы вот эти вот даже вот от чая, вот будто пакетик на него высыпали этот. Он прям такой очень крепкий аж. Ну, по крайней мере, это не хуже водочки. Боже, что я говорю? Из всех киткатов, которые я сегодня попробовала, я бы выбрала этот вот, как бы, пасхальный. Потому что у него такой специфический, вкусный, прям вообще он, ну, специфический вкус, но очень вкусный. Из всех киткатов мне больше всего понравился как раз-таки и этот. Сейчас я еще попью, потому что я не могу просто. Этот зеленый чай у меня застрял в горле. Ну что ж, продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok.